8 июля традиционно отмечается праздник – День семьи, любви и верности. В честь этого замечательного праздника радио «Лема» дарит летнее настроение своим слушателям. Всю неделю по улицам Владивостока курсирует фирменное авто радио «Лема» «Стиль Мобиль». Радио «Лема» в преддверии Дня любви, семьи и верности, где мы совместно с салоном красоты «Он и она» милым очаровательным дамам дарим сертификат на круглую сумму, который находится вот в этом конверте красивом, на определенные услуги. Что нужно сделать? Нужно слушать 102.7 FM, подсказки ведущих, в общем, найти автомобиль, приехать, сказать кодовое слово, например, «любовь», и получить такой замечательный подарок. Подарки получать всегда приятно, поэтому заготовленные сюрпризы разлетаются в течение часа. Хочу передать всем своим близким, мужу, родителям, и хочу пожелать всем остальным друзьям и знакомым завтра отпраздновать этот замечательный праздник всей своей семьей, провести хорошо время. Праздник учрежден в 2008 году и приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака у православных верующих. Символом дня стала ромашка. Мы должны эти праздники поддерживать, поздравлять своих любимых, близких, желать им всего самого хорошего. Ну, это в отличие от всяких других праздников непонятных, это самый светлый праздник. Желаю всем любви и счастья, жить в семьях, любить друг друга, чтобы все было хорошо. Подарите своей женщине ромашки. Хорошо. Да? Отлично, я люблю ромашки. Как вы думаете, что принято дарить в этот день? Любовь в семье, да. Тепло, внимание. То есть даже не особо подарки, а пройтись вместе, там семейный ужин устроить. Мы подавали заявление в ЗАГС 7 лет назад и как раз, не знаю, случайно подали вот как раз в День семьи, любви и верности. Я считаю, что это очень достойный праздник, потому что семья в нашей жизни самое главное. Вторая половина, наши дети, наши внуки. И мы когда все вместе собираемся, я получаю очень большое удовольствие. Чтобы проявить заботу о близких, особого повода не нужно. Но все же сегодня замечательный день, чтобы провести его в кругу семьи. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Игорь Егоров. Новости на восьмом.